ребятушки, очередная вылазка в центр, и сегодня новогодняя ярмарка. Ну, конечно, не пойдем по всем, потому что мы на каких-то были, короче, очень много народа и не прикольно. Так прогуляемся. Ням-ням, как всегда, Раф с такой прикольной крышкой. Я уж такое видел в Калининграде. Кофейня «Бодрый день», нормальный кофе, ну, кстати, дешевый. Сейчас ждем друзей и пойдем дальше. Так, не разолей ничего. Тут горячее он. Ну вот, сейчас попрем. Привет! Идем в Нарнию. Идешь в Нарнию? Нарнию? Да, да, конечно. Мы для этого и собрались все вместе, чтобы пойти в Нарнию. Как всегда, люди любят халяву. Вот это очередь. Третьяковку. Потому что бесплатно. Я бы хер стал стоять. Я, конечно, люблю искусство, но не настолько. И это хорошо. Это просто трэш. Как вам моя новая улыбка? Если нравится, ставьте лайк. Обязательно. А, кстати, чуть не забыл. Я много не буду снимать, потому что у меня, как всегда, от мороза батарея уже очень села, и вообще время совсем мало осталось на съемку. Пишет, что 7 минут, но не знаю, насколько хватит. Короче, опять лох. Ноги нас завели опять в любимую кофейню, Urban Cafe. Не знаю, правда, работает сегодня Варя или нет. Сейчас зайдем. Это величайший облом, они сегодня не работают. А почему свет горит? А, там что-то написано. А, нет, это не то. Странно. Ну такое чувство, как будто у них вообще ремонт идет, что-то все заклеено лентой. Да, ну ладно, не судьба. Батарея уже садится, мы идем на Арбат. Так все красиво. Ну а вот мы на Арбате. Движуха, тут всякие елки, вся фигня. Сейчас, как всегда, ищем, где похавать. Ну, мы, собственно, уже знаем, где. В проверенном месте. Как это, Крабсбург. Короче, из Рябубки Боба. Все, с вами был Хайма, такой короткий влог, батарея, все, пока.